Раз, раз, раз. Проверка микрофона. В общем, этот супер-мега-гайд специально для тебя. Видишь этот чудесный пост в нашем телеграм-канале Crypto News Archive. Берешь, копируешь вот здесь. Нажимаешь так, чик. Код скопирован в буфер обмена. Это код контракта на Solidity. Идешь сюда, заходишь по ссылке, что я тебе давал, на remix.ethereum.org. Значит, берешь дальше. По-моему, здесь я нажимал File Explorer, Workspaces, Create New Workspace. Создал его под названием Basic 1, как он мне по умолчанию предложил. Потом в нем нажал, ну вот здесь появились вот эти все файлы, кроме вот этого последнего одного. Я нажал вот сюда, Create New File, появился новый, ну название появилось, чтобы я вставил его. Вставил, вот я написал circuit.sol. Вот здесь он появился в этой вкладке, во второй. Пустой файл. Я вот это что скопировал, сюда вставил, через правую кнопку мыши. Все, получилось у меня 107 строк почти. 107 скрывает. Вот. Далее. Во вкладке Solidity Compiler я выбрал компилятор 0.7.0. Вот это все. 9E61F95B. Ну, выбрал. Чуть-чуть подождал. Здесь загорелось, что я могу закомпилировать. Нажал. Все. Он там быстренько что-то выдал. Не помню, что там, где-то что-то выдал. И я перешел в следующую вкладку. Deploy and Run Transaction. Выбрал Injected Provider. Это MetaMask. Ну, предварительно я еще включил там этот сеть Circuit. Вот это вот. Circuit Testnet. Так, сейчас. Вот. Он подсоединился. Вот здесь он написал мой адрес. Вот. И потом, чтобы сделать транзакцию, в этот контракт нужно ставить в этот, в 16-ричной форме, следующие значения из поста в нашем телеграм-канале. А именно, вниз вот это вот кликаешь на нее, и он автоматом копируется, текст скопировал. Переходишь сюда, вставляешь вот сюда правой кнопкой мыши, потом жмешь транзакт, вылезает в метамаске транзакция, подписываешь ее, ждешь, и через какое-то время у тебя должно высветиться, что у тебя в этот, можешь посмотреть транзакцию, типа она совершилась. Ну и еще видишь, у меня она здесь тоже продублирована. Что-то в такой-то блок, там-то записана транзакция на такой-то высоте, там, с такими-то параметрами. Вот. Собственно говоря, и все. Вот. Как у меня в гайде написано, выбрать сеть. Ну и вот этот видео, еще гайд есть, который я в Твиттере челика нашел, но он там не до конца его делает, в общем, какой-то не такой. Ну что могу сказать? Удачи деплоить контракт.